Всем привет! Для того, чтобы поговорить на сегодняшнюю тему, мне пришлось немного, конечно, помучаться. Вот. Ну, в принципе, на 4 ПДА есть всевозможные циферблаты. Вот один из них. Ну, их можно скачать и в других местах. Ну, в принципе, это типа родного, только здесь установлена погода вместо шагов, немного изменен дизайн. Вот. Что хотелось бы? О чем хотелось бы рассказать? Есть вот такое вот приложение Amazfit темы. То есть тут можно выбрать, ну, допустим, любую понравившуюся тему, и она будет скачана на ваше устройство в специальную папку. Затем при помощи нехитрых перепрошивальных программ можно установить эту тему конкретно на свой девайс. Ну, выбор тем очень огромный. Вот, кому-то что-то понадобится. Вот, кому-то что-то понравится, могут установить любые часы. Вот, но столкнулся с такой бедой. Но это скорее даже не глюк, это баг самой программы. Если я захожу после этого, устанавливаю, вот, отвязываюсь там от Amazfit'а приложения или не отвязываюсь, вот. Но у меня, допустим, были установлен циферблат оттуда, там первый, там четвертый, ну любой конкретный какой-то циферблат на этом месте стоял. При перепрошивке этот циферблат становится недоступен. То есть при переустановке этого же самого циферблата из Amazfit'а вам будет выдавать тот циферблат, который вы закачали. Ни программно это никак нельзя почистить пока. В крайнем случае я не нашел решение этой проблемы. Вот, сбрасывал я полностью на нет, но у меня все равно такой баг остался. Вот, в принципе, как бы, ну, это не баг для меня, потому что у меня изначально замена монитора произошла на тот, который я и хотел, но если вдруг кто-то случайно там накачает себе других циферблатов, вот, вы можете потом не вернуться на тот, который был. Поэтому при перекачивании, при переустановке циферблатов сторонних будьте готовы к тому, что чем-то нужно будет пожертвовать. То есть, ну, выбрать определенный циферблат, которым вы навряд ли будете пользоваться в дальнейшем. Вот, и его под убивку такую подставить. Вот, если эта проблема будет решена, как бы, ну, я поищу на форумах. Если найду решение этой проблемы, ну, как бы, хорошо. Если не найду, то я думаю, что можно будет оставить все так, как есть. Потому что меня, как бы, это все устраивает. Вот. Как выглядит циферблат сейчас. Вот. В принципе, то, что мне нужно, здесь отображается. Это погода, заряд батареи, количество шагов. И по поводу погоды. Погода отображается в трех режимах. То есть диапазон от минимального до максимального в течение дня. И конкретно, который сейчас. В данный момент. Вот. Вот, в принципе, и все. О том, где скачать эти программы, ну, скачать можно в Google Play для переустановки. Как переустановить мануал? Я покажу. Ну, допустим, вот здесь, в этом углу, будет мануал по переустановке. То есть пошагово. Как что делать? Как куда переходить, установить, допустим, какую программу, через какую программу качать софт и как этот софт потом устанавливать. Отвязывать от Amazfit'а не обязательно в процессе установки циферблата, но это никак не влияет. С отвязанным, с привязанным Amazfit'ом все равно определяется нормальная система и устанавливается отдельный дисплей. Вот. Кому было интересно, всем пока, подписывайтесь.